Вчера обнаружила стопку книг и роман-газет брошенных у супермаркета. Василий Быков, Валентин Распутин, Василий Рыбаков. Лучшие книги. Не могла забрать все, только парочку перенесла в выгодное место и красиво разложила. Ну, Оля, правильно вы сделали. Я вообще не могу смотреть на хорошие книги, которые валяются либо в бесплатном доступе, либо просто выброшены. Не могу. Я приютил у себя достаточное количество книг, которые иначе мне просто писали бабы, но были бы выброшены. Да? Ну и потом, понимаете, вот это моя страсть к посещению американских букинистов и французских букинистов, кстати говоря, знаменитых вдоль стен настоящих. Я всегда отношусь к книге все-таки как к концентрату жизни. Не могу мимо нее пройти. Думаю, что это вечное, да.